История человечества – это история одной катастрофы за другой. Я бы хотел волшебным образом проснуться в лучшем мире. Почему ты думаешь, что мир станет лучше? Люди получают энергию от Солнца. Люди ступили на Марс. Рак побежден. Каждый полученный ответ порождает новый вопрос. Вот что важно знать о глобальном потеплении. В конце века все пойдет наперекосяк. Мы умрем. Этого мы не увидим. Но будем улыбаться в позолоченных гробах. Это не та жизнь, которую я представлял. С тем, у кого дом горит, легко договориться. Мы уже дома. Это наш дом. Если смотреть на климат как на медведя, это помогает. Планета борется с медведем десятилетия. Медведь пинает нам зад. А если мы разработаем технологию, которая поможет выжить, возможно, процветать? Ты не знаешь, что будет. Не все идет так, как хочется. Так бывает. Что сейчас? Ты счастлив? Мы плохие люди. Прекрати злиться на прошлое. Будущее уже здесь. Это опасно. Твоя мама переезжает к сестре в Чикаго. Я думал, ты ненавидишь свою сестру. Слишком жарко, чтобы ненавидеть людей, Маршал.